Так, ну что, вот мы. Закончился субботник практически. Догружаются там два КАМАЗа. Сделали, увезли два КАМАЗа. Сейчас еще два полных КАМАЗа. То есть вот четыре КАМАЗа мусора. Вот здесь была огромная гора. Навели порядок. Все с грабельками совсем. Вот пень еще был здесь. Раскорчевали, все убрали. Ну вот, уже значительно лучше. Ну вот, скверик. Здесь навели порядок, вот в углу. Вырубили там акация, которая разрослась. Надо было бы еще ее подстричь. Было бы вообще хорошо. Вот здесь. Ну, вся территория уже от большого мусора, она прибрана. Там дальше было очень много сухих веток, бревна. Ильдус Шаймуратович. Ой, господи, что говорю? Ильдус Закарьянович. С пилой распилил несколько деревьев сухих. Ну, в общем, все складировали, позакидывали КАМАЗ. Очень помог, конечно, погрузчик. Такую кучу нельзя было вручную перекидать, потому что слежалось уже годами. А так вообще, конечно, чудесный сквер. В советские времена делали, конечно, правильно, правильно строили дома. Вот видите, перед поселком Энергетика два таких сквера. Правильно и красиво все высаживалось. Акации вдоль домов, яблоки, тополя. Все подстригалось, все красилось. Вот, канавы все были убраны. Поэтому и асфальт, которому вот я уже помню на моей памяти больше 50 лет, вот девочкой, до сих пор еще служит. Так, ну вот я подхожу здесь, в середине еще догружают КАМАЗ, который стаскали крупные ветки. Ну, погрузчиком грузят. Никто, кроме нас, кроме жителей, не будет наводить порядок. Поэтому надо всем миром потихоньку прибирать одну территорию, потом другую, третью. А если и весь город подключится, будут убирать вот такие общественные территории, то это будет очень хорошее дело навести потом на порядок в городе.